Итак, небольшой лесок у дороги. Интересно, что может тут быть? Ну, кроме кабана и мусора, да? Кто-то пиво-бад пьет. Кто не любит пиво-бад, тот мудак-дегенерат, это все понятно. Вот. Тут пахнет грибами. Листвой и грибами. Но грибов нету. По крайней мере, я не вижу. Я видел в других местах, а тут пока не видел грибов. Но ими пахнет. Определенно пахнет. Может, я слепой или тупой. Или долбодятел, но тут... Да, шмель жужжит. Тут только шмель жужжит. И больше пока ничего не происходит. Тут даже как-то мало кислицы. Тут кем-то разрыто, наверное, кабаном. И вот тут на кусте растет странная ягода. Похоже на черноплодную рябину, но на самом деле какой-то куст просто. Выращивает свои цветочковость. Вот, дальше. Ну прям, ну пахнет грибами. Прям вот, вообще. И вот видите, как-то огорожено все, кого-то вот тут специально квадрат вот этот оградился. Зайдем в него. Просто так ничего не бывает. Вот тут что-то произошло. Тут что-то перетаскивали, какие-то бревна. Но ничего нет. Возможно, кто-то себе укрытие делал, пытался, да, 4 ствола. И полиэтилен натянуть сверху. Но непонятно. Непонятно. Вот. Что там дальше-то? Вот. Тут заканчивает пахнуть грибами, но самих грибов не вижу, не появляются. Зато вон там дальше мусор. Можно пройти, посмотреть. Под ногами куча кислицы, как всегда. Хоть и божись, ее даже свежая есть, которая только что выросла. Не только старая, но и свежая. Вот, бутылка из-под винища. И все. И мы приходим в заросли этой, да? Как она, эта хрень? Да, рябина. В заросли молодой рябины. Вот. Нифига тут нет. Тут летают комары. Несмотря на то, что тут пахнет грибами, не похоже, что тут есть грибы. Наркобаны проскакали, все сажали. Грибы быть должны. По-любому, в таком болоте точно. Куда-то рылом тут прошлись, видите, все. Все вот тут на земле раскопано. Вот тут, видите, вот это. Вот такая вот, видите, штука, да, раскопано все. Господа, вот так вот. Непонятное местечко. Непонятное местечко, в общем-то, вот. Грибы должны быть, по-любому. Но их нету. После таких ливней, да, везде там. Даже в дачном лесу я находил много. Правда, не пойми каких, да? А тут, ну, хоть где брать нельзя именно, где брать нельзя, где? Эти сам шашлыки делают, это сам бухают. Там брать нельзя. А тут-то... Ничего нет. Ну, пахнет вот отсюда прям грибами, да? Вот откуда-то отсюда. Где-то здесь грибами прям пахнет. Вот прям пахнет грибами. Но ничего нету. А не, вон гриб есть там. Вон он, гриб. Ну, я ж чувствую, что пахнет-то грибами. Только он какой-то несъедобный по факту. И не сгнивший, и несъедобный, да? То есть это какая-то... Как называли ее, то ли волновка, то ли еще кто. Такие есть, может, нельзя, только солить их можно, да? Прожаривать, да, и солить потом. И тогда их можно есть немножко, не отравиться. Пуша, она условно съедобная, да? Я такие не беру. Это не совсем поганка, это просто такая, да?
условно съедобная, да, то есть после длительной обработки ее может даже есть. Вот, господа. Ладно, поехал я отсюда. Грибов тут, похоже, нет. Я еще туда схожу, где вначале было. Потому что я там ничего не видел. Но тут все собрали, тут бухают много. Тут все собрали, но закусон бы съели. Нету. Не, я еще отсюда посмотрю. Вон там интересное место. Тоже грибами прям пахнет оттуда, да? Отсюда вот прям грибами пахнет. Вот, вот отсюда вот. Тоже все перекопано, смотрите, что-то перекопано все. Вот это все перекопанное. Вот видите? Тут вообще все перекопанное почему-то. Непонятно. Но перекопанное все. И опять грибами пахнет, нет ничего. Что ж такое-то? Я смотрю вдаль. И там то же самое. Вокруг то же самое. Все перекопанное. Очень сильно пахнет грибами, но ничего нет. Грустненько. Грустненько, грустненько. Господа. А вот они и грибы. Смотрите. Вот они грибы, да. Это какие-то такие, да, свинухи. Да, вот они. Вот они. Это свинухи, да, и они в алкашном месте. У дороги, где их собирать нельзя. А то бы грибники их давно бы собрали. А в грибных местах все перекопано. То ли кабанами, то ли грибниками с лопатой ходили, грибники их все перекапывали. Чтобы даже грибницы не было, вот. Вот. Так что никто не обманулся, в общем-то. Грибами пахнет. Тут тоже пахнет грибами, тут кострищем больше пахнет, чем грибами. Но они тут есть, вот они. Вот, видали, все. А то скажете, этот там манулся, да, оператор. Говорит о грибах, что грибами пахнет, а сам... ничего не может найти, оператор этот. Дурачок, могли бы сказать, да? Нет. Грибы, вот, даже я еду, вот тут велосипед, да? Смотрите, раз. Вот это вы видали не картошку вкопанную, это гриб прорастает. Тут вот еще, но это какой-то там, да, поганенький грибок. Вот, видите, что? Что поперло? Добро. Грибами пахнет. Конкретно, да? Вот. Оператора не обмануть. Оператор эксперт по всему просто, по всем вопросам. Много еще не рассказывает, правда. А когда рассказывает, то пит как бешеный, но оператор-эксперт по всем вопросам, да?